В эти минуты в Тюмени проходит премьера документального фильма про буллинг. Называется он «Мы просто шутим». Картину сняли в Тюмени. В ленте собраны истории реальных людей, которые лично сталкивались с травлей в школе. Как проходили съемки и где еще можно увидеть фильм тюменских режиссеров? Подробнее об этом расскажет моя коллега Юлия Никифорова. Она на прямой связи со студией. Юля, привет, тебе слово. Женя, привет. Показ начался буквально несколько минут назад, но хочу сказать, что зал начал заполняться еще за час до премьеры. Многих заинтересовал трейлер, который появился накануне в интернете. Говоря о фильме, нельзя не упомянуть его создателя. Это 5 человек, тюменская команда. Идея принадлежит именно ей. Съемки проводились тоже в нашем городе. И мы уже успели пообщаться с режиссерами. Они рассказали о том, как отбирали актеров. Это 6 человек, 6 реальных историй, в чем-то жестких, но правдивых, честных и настоящих. Именно таким, по словам создателей, должен получиться фильм. У него, кстати, есть возрастной маркер 12+, и обусловлено это как раз тем, что некоторые рассказывают очень жесткие, очень откровенные личные истории. Спойлерить не буду. Сейчас проходит закрытый показ, но уже завтра можно будет посмотреть фильм на просторах интернета. Длительность 40 минут, но сейчас у нас есть возможность, есть шанс посмотреть картину на большом экране. Этой возможностью, пожалуй, и воспользуемся. На этом я прощаюсь, Женя, и передаю слово. Спасибо, Юля.